Жестко. Хэдшотик улетел. Вау! У меня есть муликов. У них в тем... Ой, пацаны! Но мы слили. Тогда ему все равно пофиг. Здорово всем, ребята! Кентуха на проводе! Прямо сегодня будет ваша любимая рубрика «Обмен скинами против ютуберов». Со мной в команде Абоин, поздравайся. Алло! И против меня два нупика, которых мы сегодня выиграем, пацаны! Поздоровайтесь! Здоровики, всем попишики! Приветики! Алло, сами нубы! Неприятно было, кстати. Здорово всем, друзья! Братва, я только проснулся, еще не расчесался. Если вы не проснулись. Короче, братва, вы правила рубрики знаете. Мы выкидываем дропчик для команды Рикардика и Ерокса, а команда Ерокса и Рикардика для нас. Пацаны, расходимся по разным войсам. А, не понял, а что мне обован? Обовен! Его же скина. Обовен! Ой, а что, я думал, разминка еще, я же сказал, я не проснулся еще, чувак. Все, расходимся по разным войсам, ребята. Рикардо, забери меня, я случайно сделал грязюку. Ну а вы, мои уже подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. А Повин и Ерокс самоликвидировались. Все, давайте, у нас сейчас будет честная дуэль, один на один. Да иди отсюда, Повин, он сидит подслушивает. Так я не могу, у меня этот... Пошел отсюда вон. Так, что же мне скинули, пацаны? О, а мне Диглецкий скинули. Слушайте, ну-ка, будто хэштег не поганенько. А где Повин? Обовин? Обовин, алло, ты где? Алле, тут ты куда ушел? Да я же говорю, я тебе набираю в личку. Так у меня этот, нельзя сворачиваться. Ладно, братва, короче, смотрите. Обоин, брат, я отомщу за тебя, ломаю челюху, ты готов? На, пыль! Ты видел? Ты это видел? Не прощай. А ты знал, что, ну, месть, она должна быть сладкой местью? Я думал, она должна быть соленой. Брат, за тебя, за Бобина, за то, что Бобина подло замочили, он даже не успел килл сделать. А, успел. Брат, как будто у меня дефиза есть или нет, посмотри. Просто дефай сиди, он не поймет, что ты дефаешь. Опа. Нифига за стенкой, я видел это. Ты видел, что у него по пингу? Он в темку шипает. Не ждет, не чекает такое, не чекается. Да как? Ты ж был за стенкой! Ой, ну басик. Ой-ой, 5 секунд, я успею или нет? 5 секунд, 4, 3, 2, 1, все. Как? Ты видел? Чего? Не успеть, не успеть. А ты знал, что если прикус... Да! А, что? Так, я все рассчитал, дорогушка, по брейну. А, ты назвал его нубасиком? Ну, конечно же, не себя же. Подожди, я думал, я успел! Че за дичь? Брат, давай мы еще порадуем наших братьев и скинем 40. А, не забывай хаешечки наши фирменные. Конечно, хаешечки, Бобин, как я мог про них забыть? О, сюда, встаем сюда, в мою фирменную нычку. А, то у меня хаешки нет, брат, плохие новости. Ты что делаешь? Окей, давай, короче, что ты им купишь, давай так. Я уже Ави купил, купи М40, может быть. Быстрее, давай, Ярочка, будет, времени короче, нету. Да, у них, короче, будет снайперский раунд. Я нищий. Ладно, в следующем раунде нычку. Давай я в ребрах заныкаюсь. А, ладно, палево. Ладно, палево, ладно, палево. Пусть только провод пачку поставит, я сразу раздефаю. Пусть только провод пачку поставит. А, не поставил, боится. Ярланчик пропал куда-то, его не было. Аккуратненько. Там еще М40 или Авик, я не увидел. Не понял. О, в М-спорт В2! Вот это имбо, это мой любимый. Короче, тут фабм и М40, да, короче. Когда, на, у тебя фабм, давай когда М40 буду. Найк. Так. Попал, брат, добил. Все. Сломал челюху? Да, челюху сломал одному. Найк. У них снайперки, понял? Типа, ты... Говнюк, ты маленький. Брат, надо же еще кабинет вынести. Но он хп должен быть. Даже так. Вообще без шансов. Брат, мы с тобой тупо машины. Мы с тобой тупо вынесли кабинет. Тупо. Опа, отдал в рот. Опа, брат, хорош. Чекай, они вдвоем как валяются, чекай. Посмотрите, у него голова. Ох, ребята, я не буду говорить, это будет запретка. Но мы же дали им нормальный дроп, а что они нам дали взамен? Фабн какой-то? Какой-то фабн? Да. Такой себе. Окей, давай им дадим в этот раз, я им дам маг 10-й, Руби Шэдоу. Вот. Чего? Откуда у тебя маг 10 шалить? Так, что, давай им авики вдвоем скинь. О, что? Куда? Авики? Что за фигня? Посмотри мой авик. Где твой авик? Вот. Брат, это что за авик для бедных? Фу! Обоин! А этот хаешку возьми главное. Ты мне больше не брат! Все, давай. Взял хаешку? Да. Короче, когда они там будут бежать, это ли кем мы вот так кидаем вдаль туда хаешку, чтобы попасть под них. Реально?
Ой, они то не тут, понял? Они хаешки хотят кинуть. Мы нас спалили. Ну давай закинем по кому-то. Давай, кидаем. Вдвоем одновременно, стой. Кинул. Давай, кинул, я кинул. Они мирные. Ага. Все, найк. Дропнул. Погнали дроп подбирать. Бови, ты где, беги. Бежим. Брат, скажи мне, пожалуйста, лучше, что бы ты выбрал? 5 сантиметров спереди или 15 сзади? О, не с чего. А где они вообще? Так они за дропом пошли. Не, ну если бы надо было выбрать, что бы выбрал бы? Да ничего лучше. Осуждаем, как говорят. Опа. Ничего, Ера! Что это за фигня? Просто нафиг они мне эту фигню скинули, которая даже не стреляет. Ерочка, ну не отлетайте только, Ерочка. Найс. Ты, а может Авик, Васик, что ли? Слушай, а может Авик, короче, Авик можешь выкинуть вообще. А ну, я выкинул. Не, сейчас? А, все. У твоей империи скинем, чтобы знали, как скидывать. Хаешку не забывай. Конечно, хаешка, это must have, брат. Я им тоже скинул такие. Брат, давай. Я им хочу наши подарить. Чего? Плёточку. Так это же имба. Ера, не надо. Я знаю. Ну посмотрим, как они овладеют имбой. Брат, может им народ скинем? Давай вот тут встанем, вот тут. И когда будет отбегать, сразу отпускай хаешку, чтобы она тут. Давай, готов. Хотя, нам надо было тоже хаешки потом покупать. Бегут мид. Откуда вот так и? Отсюда отстоим. Стой, пиксель, тактика пиксель. Давай! Блин, он спалил. Они чёмки? Они хотели хаешками кинуть, но не получилось. Брат, они тебе скинули P90. О, только правильно называют оружие. Осуждаем. Не скажи запретку случайно. О, они скинули нам файт-севены и дуал-береты. Найк. Что хочешь? Забрал уже. Пленчу. Так, мы же им плетки купили. Так. Опа, один убежал в ребра. Смотри, я еще вынесу кого-то. Ой, жестко. Он выворачивался. Я перезаряжаюсь. Давай, брат. Шотик выдал. Ну как? Так, ну блин! А где Ера? На! Сейчас сработало. Ну блин! Чел, брат! Не, Ерочка. Слушай, ну как будто хэштег не погано. Ой, он не все свои еще смоки флешки потратил. Найс, заберем себе это все. Найс. По-моему, зря ты купил им плеточку, Арчо. Ты че, ну Васик, что ли? Плеточка не использовалась мной, не покупалась. Протончик! Секундочка, внимание. А что вы слышали про арену Breakout? Захватывающий тактический шутер от первого лица нового поколения. Арена не для слабых, двигаться нужно постоянно. Ведь главное выжить, а то все потеряешь. Да, победитель забирает все. Основная задача игры – добыча, а не перестрелки. Да, в арене Breakout действительно каждая деталь имеет значение. На этот раз разрабы добавили с 5-м обновлением по-настоящему огромную детализированную карту шахты Эльмилар, которая больше обычных целых 5 раз. В этом обновлении разрабы вообще не поскупились на контент. Тут и новое оружие М249, RPD, MCX и АК-12. Новый транспорт сразу на 4 игрока. Новый мод Team Elimination и босс Геката. Недаром она быстро завоевала чарты App Store и Play Store. Уже более 100 миллионов пользователей. А комбинаций улучшения для оружия все равно в разы больше. Готовы ли вы к новому челленджу? Присоединяйтесь по ссылке в описании и выясни, какой стиль боя подходит больше тебе. И получай награды за ежедневный вход. Все нужные ссылки в описании. Короче, давай на тебе прикольнемся, мы ничего не оставим. И будем тупо с ножами тоже бегать. Он вообще ничего не оставим, как тебе идея? Давай одному М40 оставим, а второму нож, типа, понял? Типа М40. Давай. О, давай. О, и дым кинем, чтобы не думали, что что-то есть и искали, а ничего нету. Давай так на ней дропнем. О, давай, кстати. Хаешечки не забывать. Давай. Вау, тут спрячешься за лестницей. А вообще, не против правил, что каскать, что хаешки, они кидают в нас. Еще и не будем вообще ничего подбирать. Ну давай. Ой, беги! Ну давай, кидай хаешку ему. Там... Я попал, идеально! Я сейчас попаду, ему габелла, я сейчас попаду. Давай, смотри! Тактика пиксель! Давай! Они один М40 дропнули, ну Басикин! А так нельзя! Они вот тут дропнуть. А, нашалеть. Они ничего не дропнули! Мы же дрались без дропа, как два брата. Окей, я что-то забыл. Погнали. Давай, брат! Давай, родной, опа! Побежали. Давайте все дружно прожмем сейчас по лайку и подпишемся, а мы пробуем затащить этот невероятный раунд. Вот там кто-то СМ40 прыгает, погнали! Давай, Боби, ты же король М40, покажи!
Да, блин. Ой, хорош, хорош. Давай. Ты минус 2 дал? А, не, блин. Ну ты пытался, ты пытался. Да, блин. Я рад, как тебе был. Как бы пока ты там этот отвлекал их. Ошалень. Я думал, ты плантовый челики просто за мной побежали. Слушай, а давай хоть выйдем на дуэль на М40. Мы им скинем 2 М40. Давай, давай. Вот чисто сейчас проверим мужика, кто сильнее, так говорится. А давай им, короче, скинем плент. Вот так вот. И они, короче, будут крысить на базе, понял? Так, так. Они могут не на базе крысить. Нет, они будут сторожить плент, понял? Так, ладно, окей, окей, окей. И мы им скинем дефабом, вот так вот. Фабом я, им скинем. Я дал М40. О, сюда встаем, ждем их снова за лестницей. Да, все, они сейчас пойдут через Тёмку, готовься. Зажимай чеку. А куда будем кидать, в Тёмку или левее? Левее, левее. Левее, вот так, да? Да, чтобы она в них улетела. Давай, не палимся. Ниже, ниже сядь! О, все, бегут. А где они? А чё за плент сделай круг? А, вон один, а вон второй, они оба на виду. Нет! Блин, они гении, они гении! Они, короче, понял, кинули хаешки, я к ним подошел, чтобы не взорваться. Слышишь? А Боба, мы проигрываем, плохие новости! О, слушай, на пачку скинули, имба, имба. Они идут к тебе. Я, короче, иду сразу к тебе. Найс. Ай, по мне хаешки минус, минус 60 сделали. Слева кто-то ныкается у них. Это Рикардо, слышишь, это Рикардо. Чего? Ярочка, меня спалили. Блин, а я ж... Ера. А, тут Ерокс, они нас запушили. О, они целятся с М40, вы чего гоните, мужики? Второй, вон тут. Хорош, на! Это была тактика! Это была тактика, мальчик! Подождите, не кажется, Бен, что как будто уже, ну, не смешно. Как будто настало время им показать, ну, свое место. Давай, я фамасом покупаю. Давай, Алекс скинул. Надо просто быстрее пушить, они просто выигрышно из-за того, что они быстрее забирают дроп. Я им, короче, куплю F&Fall. Я думаю, что сейчас они должны засесть в ребрах, короче. Все, погнали, погнали, погнали. Я им скинул реально хороший дроп. На, попал идеально в Хирокса. Блин, он мне хаешкой снял. Брат, погнали, просто давай хоть раз подберем дроп. Ох, сейчас бы челюху снес бы. Ах, сейчас бы челюху снес бы. Смотри, Ера бежит, бежит с ним. У меня 9 хп! У меня 9 хп, это фиаско! Я могу сейчас слиться от молика. Скинь мне дроп по-братски. Я не могу, там ничего нету вроде. Здесь проверь на всякий случай. В смысле ничего нету? АКР, по-твоему, ничего нету? С голдскулом АКР. О, ничего себе тут дропом. Он, ой-ой-ой. На, попал. Один. Да один. Как? Да ты что ж такое-то? Мужик, давай. О, Рикардо. Ну нифига, ну что? Что у него? У них Рикардо разыгрался. Вау! Слушай, они сейчас ВП хорошо играют, да? Так, я покупаю. Я даже не знаю, что им скинуть. Давай дробаши. Вот пусть как. Я пока этот все денежки трачу на то, что этот есть. А потом надо. Главное, чтобы на хаешку хватало. А, стоп, я забыл хаешку купить. Сейчас куплю хаешечку. Сюда, чинасис! Так, у меня где 10 тысяч долларов. Скики! А, шали. А КР 12 дропать надо. Кстати. У них будет чисто прицельный раунд. Только знаешь, что надо как-то не получить хаешку в лицо. Сюда, чинасис! А. Спасибо! Ну он вроде лоу хп, если я попал идеально. Блин. Да я не могу, у меня 5-16 хп! Они тупо надоели! Я побежал просто прятаться в ребра и все. Я не знаю, у меня 16 хп! Так, смотри, ты хочешь взять М4 или дробовик? Я фау возьму. Жестко забрал. Так, дай я возьму велосипед, это чтобы прям в руке стекло. Воу! Да что ж такое-то? Ё-моё. Ай, минус 56. И спойдет сюда ему хабала. Давай, давай. Иди сюда. Можешь посмотреть? Да, смотри, лучше он может обходить. А, все, он тут. Тише, он тут. Пойнтит, забирай его жестоко. Сюда! Блин, он меня на нож посадил, как? Ой. А! Вау! Хорош, Вера! На, чела.
мной. 6-2. Ладно, время легендарных камбэков. Ну, в смысле время? Ну, сейчас будет такой камбэк, челюха летает сразу. Брат, ну я им авик куплю, авик куплю. Не, ну просто уже понимаешь, уже как будто хэштег. Я просто думал реально, что Рика и Рокса мы вынесем вообще на язычах. А они, смотрю... Мы просто, мы даже не стараемся, чтобы их вынести. Ну, брат, это надо они, постараться. Это они стараются, чтобы нам что-то доказать и показать. Ера, мы медом не пользуемся, Ера. Ты дебил, ты дебил. Скажи, что у нас хороший дроп. О, найс, хороший дроп. Найс. Вон, перехват работает у меня, чекай. Ну, на ускоп. Брат, а ты же с медом играешь? Мы же без меда играем. В смысле? Я с ними ж. Я ж бежал за ними просто. А, Ера уже на КТ спавнен. Ничего себе. Жестко. Уже на темке. А. О, Ера уже близко. Что, типа летел? Слышь, давай дефьюзу, я дефьюзу. Ха-ха, прикрой меня. Темка идет. Ой. Да! Легендарный камбэк потихонечку делаем. Слушай, нормально, нормально. Начало хорошее. Так, а ты где все это время был, ну, Мазик? А! А, ну, здравствуйте. Блин. Здравствуйте. Да, Ером. Так, давай мы скинем хороший дроп. А, мы меняем сторонами. О, так теперь мы играем за сильную сторону. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, я вам очень сильно сочувствую. А, Бари хаешечку, Ером. Ер, хаешечку ты взял, надеюсь? Нет, я купил диффуза. Ай, какие диффуза, ты чё? Так, знаешь, чё? А, хаешку не забывай. Главное, покупай хаешку, остальное всё. Давай, давай. Вот так. Ну давай, тык-9 оставим, пусть порадуются. Почувствуют себя крутыми. Они через мид берут, они прохаваны, походу. Так, короче, смотри. А-а-а! Хаешку попал. Блин, не попал. Чуток. Опа, легендарная хаешка. У тебя поинт, попал, у тебя поинт. Попал, попал, попал. О. Фига, Кент. И Кент комбо. Так, что, Артём, что возьмешь? А я уже взял. Подбери две пушки, можешь сразу две пушки подобрать? Не-не, беги. Ну, подбери две, брат, подбери две. У нас нет выбора, ты подбери две! Брат! О, спасибо, все ты лучший. Я не подведу нашу команду. Как называется наша команда? Кибара. Ги. Ой, хорошо, ой, жестко, да! Выдал. Вау, ничего себе там! Ой! О, ну. 28 дал, а обован. Все, Рикардо мочит. Прыжки последнего. Брат, это камбэк. Он идет дефьюзик. Да! Ё-моё, сюда! Как мы и сказали, легендарный камбэк. Даю фейк дефьюз мог. Да, блин, да я же даже не успел убежать! Да я ж... Ну, блин, там в голову вообще. Слушай, а теперь, знаешь что? Ты готов вот сейчас просто сделать жесткий контент? Чекай, что есть. Ты Мах 10 рубия выкидываешь? Да, да, да. А давай и все, Мах 10 рубия и все. Они знали, где ты находишься. Нет, они не догадывались. Это ты знал, что ты видел, а ничего. Я не могли предположить, чисто теоретически, что ты пойдешь в смог. Так они отвернулись, когда я закинул смог, понимаешь? Что, имба? Имба? Нормально. Пацаны, здорово. Я надеюсь, я в него попал. Короче, я им дигл возьму, потому что я... Хотел купить. А ты че не покупаешь диффуза? Они же плант ставят. Так, а, тут юз? А, стоп. А, есть маг. Нам хороший дроп скинули, надеюсь. Ну, там один тоже дроп он для нас сделали. Иди пойнти, алло, ты че делаешь? Тише. Брат, у меня легендарная игра. Прикрой меня, за мной бежит кто-то! Какой-то чел бежит! Ты меня прикрываешь? Да. Красава. Жестко перехватил. А где еще дроп? Один дроп только был. Так, о, так уже запушили. Блин, ГГ, я там дроп дропнул тебе. Не, ну наказали, малышей. Подожди, а что это нам за пыли ставили? В смысле, нам ставили USP, дигл? Камон? Нет, там, а, дигл вместо, походу. А чё так плохо? Попал! О, давай, сам бежал уже ко мне. Бери МАК-10. Делай грязючку. Напишуем? Ну шо ж ты, не до грязючки. Вы чего? Один дроп скидывать запрещено. Давай два МАК-10! Два МАК-10 оставляй. Давай. Да, это инва. Стой. Не покупай. А, ты... Они пишут, вы чего один дроп запрещено скидывать. Давай напишу. Мы ща три скинем за прошлый раунд. То есть мы им, значит, каждому по два пистолета. К одному. А они нам... Да. Ничего? Мы ща три скинем за прошлый. На. А теперь смотри. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. А! Брат, быстрее бежим, они сейчас будут по нам стрелять уже, ты бежишь? Скинь пуэнт на пуэнту сразу, чтобы если чего. Я через темку бегу. Быстрее. И... Смотри, что они нам оставили за пыль! Берецы! Ты вообще мешал раз берецов?
Нет, это же вообще оружка для ноутбука. Они уже там, они уже там. Они с... Ну, надо вместе, надо вместе. Давай. Сейчас будет прыгать, чел, смотри. Ой, хорошо. Найс. И выходим, выходим. О, да как я же со стенкой? Давай, 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 хорош, он не взял маг 10, он взял наш дроп, который мы скинули за раунд. Блин! Ерочка, тащите. Хорош! Чувак, хорош! Понимаешь, как Майк! Бы... Естественно! Затащил, схавал, скушал, минус 2, эйс! Он не тот дроп взял, он взял дроп, который мы выкинули, алло. Ну ничего, ничего. Слушай, так, давай, ладно. Я хочу дать им шанс навиках, реабилитироваться. Давай, давай. Блин, брони нет, жалко, ладно. Понимаешь, бронь не главное. Короче, я им авик куплю. Хорошее настроение. Нер, может не надо авик, какой авик? Ох, блин! Ох, блин! Дядя, я такое пережил. По мне кинули... О, они тоже авик скинули! Один? А, подожди, а у тебя дроп можно подбирать? Спас. Там вроде можно. О, они скинули два авика. Ничего себе. Я спас скинул. Ну, спас как авик, кстати. Давай прикрываем. В прошлом раунде не играли со спасом. Плейнти, я тебя прикрою, я жесткий кибер, если что. Хорош. У меня есть моликов. У них в тем... О, в прыжке на ускоп прострелом. Блин. Я их жду жестоко. Чего в прыжке? Ера, ты что творишь? За лягуша, давай. Первый готов. Че? Тут, я спалил! А. Сделай историю. Сделай красиво. В прыжке. Давай, легендарный прыжок. А, что это? Я не, у них игра жизни, забей. Ерочка, может просто сделаешь хил, Ерочка? Не, смотри, смотри, чекай. Сейчас перезарядка. Ну, Ера, не надо. Не надо, дядя. Чекай, смотри. Ну, мы прострел! Ну, ускоп! Я не знаю. Ты понимаешь, как ему залетело? Успеет или нет, когда мышь? Ну, вряд ли. А я успею? Прострела не был. Я не знаю. Ты не успел. Ну, ошалеть. Ха-ха-ха, не успел. Я просто по брейну. Если у людей игра жизни, нужно по брейну обыгрывать. Я хочу дать им шанс. Я им скидываю АКР. Скидываю. Вот, я просто сейчас все скину. Ера, делай диглы. Давай. Делай диглы. Фу ты, дропай диглы. Я им скину, как бы, фан. Я им вальчик накину. Ну, на что, что мне денег хватит? Не, все не надо, а то у нас экономики не будет, и мы сольем из этого. Брат, мы никогда купи не сольем. Купи что-то одно, и все, и хватит. Если мы сольем, разрешаю подписчикам писать хэштег Абовин перхоть. Не, кентуха тогда. Попал хаешкой в Рика. Ой, у меня 6 хп, по мне жестко попал. О, да! Кент! Откуцал! Да! Ну ха! Легендарное противостояние, мы выиграли хаешечное. Слушай, плохие новости, у него АКР, поэтому нам бы того, надо плентить и ныкаться где-то. Тебе нужно всего лишь сделать, ну, примерно 2 килла. Не надо. Попал! Да! Да! Ничего себе, ты жесткий. Ну, вот так же теперь только не пока... Блин, кстати, на самом деле, знаешь, вот эта штука простреливается. Я прикинь, если пострелю кого-то. Да. Слушай, 7-7, камбэчим, камбэчим, найс! Слушай, ну и походу прям у меня игра полетела. Ну прям, прям вообще... Я МП-5 еще не покупал вот такую. Блин, это твой АКР? Ну, брат, а давай по-мужски. Давай, давай дадим шанс им поиграть. А то будут подписчики в чате писать, что мы... Так, в смысле, не, просто когда меняется раунд, надо АКР вообще, типа, не подбирать, чтобы у них не было этого дропа. А то это уже, получается, не настоящий их дроп. Не-не, я его купил. А ну-ка, оп, хаешечка. Ой, сорян, зажал, он бежит за нами с чекой. Надо хаешками их задавривать. О, тут АКР-12, МП-5 и прочее. Я когда АКР-12 возьму? Нет, лишь бы не по мне, лишь бы по бойну попало. Не попал, найс. Найс. Давай 1740, брат, ты же левушонок, давай. Ты куда ее кидаешь, я... Все, поехали. На, короче, АКР-12 возьми, на. На, экверси. Иди, вою сразу. Я пойду за дропчиком. Иду, давай, чапалахи. Воу, воу! Да блин, кентуха! А не Тёмка. Ё-моё, твой коваш. Забрал. Ещё там же. Раз, два, три, префа на мужа. А, Тёмка! В смысле? Или не? Не-не-не, там же. Да, блин, я не знаю, ну Ера просто сегодня его день. Я тебе серьезно говорю. Хорош, драгонечка. Дорогой. Ой, а чё меня не дефюзит? А. Фуф. Ребят, главное в нашем деле что? Камбэк легендарное и тащерство.
Тачерство. Брат, мотивация. Дело скид мотивация. Я твой дробашек скидываю. Я им дробашек. Ну реально, они оставляют такой плохой дроп, а мы оставляем такой хороший. Да ты еще экономику на них тратишь, по два дропа покупаешь зачем-то. Юмпик! Юмпик ни разу не дропал. Ема, юмпик такая имба. Да ты шо? Я им не скидываю 4, а 1. Давай в ребрах сдвигаемся. Я уже взял дроп. По-моему, один дроп на двоих. А там кто-то молик кинул. Ты? Это я. Блин. Я еще их. А, нет, вроде попал. Кстати, хаешки вроде взяли, попал. Оп. Вот это ему челюху вынес. А где Рикардик? А Рикардик уже в лобби. А воин должен быть лучше. А, значит нет, кстати. Ну или нет. А я могу его дроп подобрать в теории? Так, ну я посмотрю, что мне скинули по дропу. Я тебе говорю, все, забей, можешь на этот. Можешь, в принципе, удалять стендов на сегодня. Сегодня не наш день, сегодня день одного человека. Я не знаю, как ему так залетает. Я типа понял, я префом в него стреляю, ему все равно пофиг. Брат, мы взруинили день. Ну я же... Увидел. Ничего себе, тебе прилетело, кстати, смачно. Кстати, нифига, у кента пока реакция-то какая, а? Чего, Банетка что, Банетка беременна, что ли? Найс! О, давай пистолетку сделаем, чисто так. Вот чисто пацаны в пистолетках поиграют, а? Дигл и береты им пусть. Как они нам скидывали береты в одном раунде. Все, давай, погнали. Бля, Бовин, ты такой злопамятный, погнали уже. М40, го дроп? А, я дроп на М40, ты же уже дроп. Я, короче, взял дробык. А знал, что если у мальчика хорошая реакция, значит, ну, может стать папой. Ладно. Оп, имба! Ну куда? Кто это меня флешка кинул? Ой, вторая флешка в лицо прям! Только не на лицо! Да блин, у меня опять 30 хп, это фиаско. Они, по-моему, в ребрах. Нет, по-моему, он за мной бежит. Артём, иди за дропом, пожалуйста, Артём, иди. Артём, иди в безопасность. Артём, иди в безопасность! Иди за дропом! Я пока иду без... 8 хп! Попал жестко в него. А теперь смотри. 3, 2, 1, челюха. Ну, ладно, я пытался. Ну там кент пол КП. Но! С дохаешкой попал по нему. Видишь, чел просто выходит, сразу ваншот ставит, даже не знаю, что я тут. Артём, иди за дропом. А я не иду больше. Блин, я не заметил ощущение, как будто мы видос Ероксу записываем. Так, ладно, мужик, давай. Ну давай, маг 10. Я им свой скину, ты им свой. Так, я им что еще не скидывал? Я им ФНФА еще не скидывал. Не, ну пацаны, ну реально, ну просто их день. Слушай, они же нас все время через мид обходили. Я не понимаю, зачем я пью через Сёмку каждый раунд? Я им куплю М4А1 еще раз. Так, 5-7, дроповаю. О, они даже сейчас через мид. Ера. Опа! Лада? Блин, я промахнулся. Я тоже, ничего страшного. И нам по дропу оставили. Слушай, ну в принципе... Ой, да, как больно! Дай мне эмку, у тебя лоу хп. Дай-ка. Эмочку. Да подожди! Набери эмочку. О, они скинули FNFAL и МАГ-10. Нормально. Ну, это как будто фиаско. В пунту есть кто-то. Лоу хп, я роксик. Ну, если я с FN7 заберу, это будет ор. Ой, в прыжке там попал, 22 дала Боуну. Найс! И пунту в ребра чекнуть надо. А ну-ка. Вот как будто в ребрах. Да-да, нет. Найс! Ну, Вася! Мужик, 9-9, решающий раунд! Камон, everybody, dance now! Так, Абовин, давай, это игра жизни. Первым делом броник, хаешка, флешка, все, давай. Что по дропам? Я еще по 90 не скидывал сегодня. FNFAL, я им FNFAL не скидывал. Все, побежали. Тут мы не можем время тратить просто так. Катя, у меня 700 долларов. Я у меня 1100. Я им дигл оставлю. 5-7 и MP5. Блин. Ой, я постоянно случайно дальше закинул. Надеюсь, не его отыщу. Ера, ну что ж ты делаешь? Быстрее. Дай куда-то флешку по мне. Найсик. Давай, по Ере, флешечку. Пожалуйста, лишь бы был хороший дроп. Я вас умоляю, пацаны. Брат, на пистолеты скинули. Это фиаско, я ему FNFAL скинул. Чё закидало? Найс. Я не знаю, что делать. Придется от пуэнта играть жестко. Короче, P90 и FNFAL, на. Ну, кстати, дроп они нам получше оставили, на самом деле, чем мы. Ох, блин, мы с пистолетами нормальные дропы добыли. Отвлекай их с КТ, чтоб меня не забрали. Не заберут. Брат, я тут. Забрал? Где плент? Я понял, с другой стороны. Вот тут слева, понял сразу? Где второй? Вон тут же. Какой мой им? Да! Да!
Капец, как мы это выиграли с пистолетами. Я не знаю! За этой коробкой 7 хп у обоуна. Все, да не... Ой. Товарищи. Кирпуха! Е-мое, что повесил, Вонючкович! Я просто не знаю, что это было! Брат, это мы просто в Пионе в конце ультанули, чтобы это, показать, это что неважно, у кого что залетает, важно, как мы играем, реализуем потенциал наш. Пацаны, ай, хорошо-то как! Не, ну красиво было, красиво, красиво. Короче, братва, что говорится, главное не победа, а участие. Так что, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, на пацанов можно подписаться, на мой телеграмчик. Мы уже играли на Маг 10 рубеж, Эду. О, да, Ера как раз Маг 10 рубеж даст в ТГ-канале. Ну, а я вам, братва, дам 2 косарика-алдишки за подписку на мой ТГ. Плюс сегодня стрим от вещей, ссылочка в описании. Всем пока!